Да. И потом через 40 минут. Спиртик или что-то вот это. Спиртик протереть вот сюда. Две группы, маленькие и большие. Запомните, что все, что вы делаете, понятно. Передачи, все на максимальных скоростях делать. Пусть мячи будут падать, пусть вы будете отжиматься. Но вы будете понимать, что это все делается на скорости, это будет игровые моменты. Обратно ускорение. И ускорение. Широко остановимся, чтобы не ударились руками. Обратно спиной вперед. Свободно, ускорение и медленно. Хорош. Оп. Спокойно. Есть. Оп. Бога, Бога, еще. Быстро! Спину ниже сидим. Руки вверху! Руки вверху! Оп! Хорош! Оп! Всю прямую, Паша, всю прямую! Внимательно слушайте! Хорошая пушка.
Вот, медаль получи. Есть, два. Все хорошо, Миша. Пауза. Где мяч, где игрок? Мокрый. Все. Мокрый. Есть, есть, все. Есть еще. Играем. Ребята, ну. Все. Нет. Держи, держи, уже не дают, не дают получать. Еще. Борис, хороший. Покажите вы, подскажите своим партнерам, что нужно перевести мяч. И здесь же сразу разворот. Жопа разворачивай. Здесь пойти на мяч. Лицом играет. Вот. Быстрее думай. Быстрее принимайте решение. Здесь, чтобы вы делали, уметь открыться нападающим и отдать вовремя передачу. Движение игрока дальний врывается под передачу. Под игрока, который находится здесь, чтобы он не ворвался. Он не ворвался. Я сказал, что на заслон играйте без заслона. Ваше движение, если пошла сюда передача, один врывается, один отступает, тогда передача или обыгрыш сходу. Этого заслона нужно сюда пойти или обязательно? Нет, именно вы выходите сюда. Вы можете, получив мяч, сходу обыграть. Да, получил мяч, отскочил. Заслон в спину, сразу же игроку. И он отрывается. Я... Стоп! Стоп! Не было заслона. Дима, если он... Если он уже здесь счет, так ты пойди.